Ну, нагрузили мы килограмм 40 кирпичей. Сейчас обратно будем выезжать, подлатаем дорогу, чтобы спокойно можно было выезжать. Тут, наверное, побольше, 50, наверное, потому что я кирпичей посчитал. Сколько тут получилось-то у нас? 38 штук. Кирпич это весит, наверное, килограмма. Почти 2 килограмма, наверное, весит точно. А то и больше. Так, ну ладно, тут. От такого количества ничего не станет. Тут ехать 300 метров на яму подлатать, чтобы нормально выезжать, заезжать. Ну все, решили мы с Иваном подлатать дорогу, то есть, чтобы проезжать на легковой машине местами. Сейчас я тоже подплыву. Что сделал? X1 или X6? X3. Тебе нужны эти? Купальники? Нет. Я пойду тоже искупаться. Иди искупайся. Увлекаюсь спортивной рыбалкой. Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег. И не отвадишь от рыбалки даже палкой. Люблю рыбалку как спортсмен, как человек. Бать, сзади мне что-то какая-то хуйня, блядь. Рыба какая-то кушает меня, нахуй. Пираньи, что ли, нахуй? Я тебе серьезно говорю. Вокруг рыбы плавают, нахуй, вокруг меня, Вань. Слышишь, Вань? Не вижу. Прям по спине. Ёб твою мать, они жрут меня, нахуй! Отвечай, это пираньи, нахуй. Нарезь.
синева расплескалась, по тельняшкам разлилась по беретам. Даже сердце синева затерялось, разлилось своим заманчивым цветом. Даже сердце синева затерялось, разлилось своим заманчивым. Пока я пошел за морожечкой, Иван поймал огромного окуня. Прям, ну для этого озера неплохой, да. Грамм, наверное, 100, да? 120, наверное. Неплохо, неплохо. Ну-ка, Иван, твое довольное лицо покажи. Молодец. Молодец, пошли быстренько посмотрим морожку. Пока Иван тут ходит. Мошкары, конечно, тьма. Потому что зелени много, поэтому мошки очень много здесь. Хоть и ветер есть, мошка все равно есть. Да, молодец. Есть мошка? Сегодня убираем мошка с ним. Вот и морошечка. Самая полезная северная ягода. Самая вкусная. Ну все, наелся я морожки. Морожка есть здесь. Ну такая мелковатая, вроде как бы местами много. Местами есть крупная, но одиночная. На качкарниках так вот хорошая морожка. Такая крупненькая и уже поспела. Ну мошки сегодня вообще просто тьма. Из-за жары, может. Меня не было, Иван тут уже добил свою двухлитровку и уже и пакет поймал. Пока я ходил морожку, проверял. Молоток. Иван, рад? Очень. Хороший рыбок с ним был. Понравилось? Ну да. Нардецу тоже понравилось. Поел на халяву рыбы. Да, нардец? Пригодились кирпичи. Сейчас мы потихоньку будем восстанавливать, чтобы проезжать можно было спокойно.